Вітаю всіх прихильників спорту на каналі «Відкритий». Програма «Відкрито про спорт». Наш сьогоднішній гість – півзахисник спортивного клубу «Дніпро-1» Сергій Кравченко. Вітаю, Сергію. Здравствуйте. По-перше, вітаю вас і спортивний клуб «Дніпро-1» з виходом в українську прем'єр-лігу. За 2 роки команда з Дніпра пройшла шлях від другої ліги до елітного дивізіону. Сподівалися на такий результат? Конечно, на деле ставилась такая задача. Это было очевидно по нашему составу, по задачам. Поэтому ожидали, надеялись, верили, работали для этого. И хорошо, что так получилось. Потому что не так это все просто, как многим казалось, что Днепр, состав. Все равно надо было этого всего добиваться на поле. И слава Богу, мы этого добились. И за 2 года вернули в Днепр большой футбол. До справ «Дніпра-1» повернемося пізніше, а зараз давайте поговоримо про те, як починався ваш шлях у спорті. Ви син відомого радянського футболіста Сергія Кравченка, ймовірно, батько привів вас у футбольну секцію. Ну, наверное, да, не помню точно, почему, но я помню себя, как начал ходить с мячом постоянно, конечно, я думаю, и от папы, и мячи в квартире, поэтому в 6 лет я уже, по-моему, с 7 лет набирали в детские школы тогда. Меня отец по связям отвел уже в 6 лет, и с 6 лет я в школе «Шахтера» занимался. За які дитячо-юнацькі команди ви грали, кого з тренерів можете пригадати? Ну, первый мой тренер Пожидаев, потом и Пономаренко у меня был, и потом перешел, по-моему, лет в 15 в «Металлург», Донецк, Куренков тренер у меня был. Потом играл и на область, и на КФК, и потом в 19 лет или 18-19, наверное, подписал контракт с «Шахтером», «Шахтером-2». Федоренко был тренером. Ну а так я считаю, что мой, как говорят, первый тренер, вот, наверное, это мой отец, который мой первый тренер, и до сих пор я с ним советуюсь, он мне подсказывает, поэтому, наверное, отца отметил бы. Ваш батько Сергій Дмитрович – володар Кубка СРСР 1980 року. Легенда донецького «Шахтаря» Віталій Старухін, коли завершав кар'єру гравця, вручив батькові свою футболку з 9 номером. Знаєте про цей факт? Звісно, знаю. І в цій грі отець забив «Динамо Тбілісі» 3 гола. А знаєте про цікаве протистояння «Шахтаря» з Дніпром за кубок сезону? Це аналог українського суперкубка, в якому ваш батько також брав безпосередню участь, да. До речі, «Шахтар» тоді виграв. Да, знаю, це все знаю. Не так багато, звісно, як зараз інформації і фотографії, і відео, можна знайти, що хочеш. З тих часів немає, але пам'ятаю, у папи було там 2 альбоми, по-моєму, футбольних. Я не знаю, дуже любив їх завжди пересматривати, не знаю, наверное, 1000 разів за дитинство посмотрел ці альбоми. Не так багато фотографій, але це пам'ять, і, звісно, папа розказував мені баталії совєтські. Ваш батько провів у складі гірників, ну, як пишуть статисти, 100 матчів, а ви мріяли зіграти в основному складі помаранчево-чорних? Чесно скажу, не було такої, прямо, як багато говорять, там, всю життя мечтав грати, там, не знаю, в «Динамо», в «Шахтері». Чесно, у мене такого не було. Я пам'ятаю, скільки себе пам'ятаю маленького, завжди мечтав грати там, «Реал», «Барселона», «Ювентус». Там, в різні періоди у мене були різні любимые футболисты, любимые команды, поэтому вот честно, не было у меня такого, что прям мечты сыграть за «Шахтер». Конечно, так как я в Донецке родился, вырос, это мой родной город, конечно, хотелось поиграть за «Шахтер», но поиграл за «Шахтер» 2, за «Шахтер» 3. Первой команде не удалось. Одна игра у меня за первую команду, это она неофициальная, это Кубок Лобановского был, тогда нас молодых отправили туда. Но я ни о чем не жалею, поэтому так сложилось, тем более, когда вот я уже был на подходе, как раз такой вектор был. Иностранцы, бразильцы, я прекрасно, может, в том возрасте не так прекрасно понимал, но сейчас, конечно, понимаю, что это было очень тяжело туда пробиться, и только единицы пробиваются, поэтому, наверное, даже надо было мне чуть раньше оттуда уходить и пробовать это себя на в командах поскромнее, потому что вот в ту же «Ворскла» я попал в 22 года, начал играть стабильно, постоянно играть, и потом через 2 года, вот, когда я в «Динамо», через 3 года, когда я в «Динамо» переходил, также мной интересовался «Шахтер». Вот так вот футбол получается, что был в «Шахтере» не нужен, можно сказать так, не готов был, а потом «Шахтер» пытался меня приобрести, но я
вже у мене була договоренність з «Динамо». Тобто треба було раніше переходити, щоб мати ігрову практику? Я думаю, так. Да. Є приклади там Ракицького, Коваленко, які заіграли. А є, ну, мені кажеться, той же от візьмемо даже Тарас Степаненко. Мені кажеться, якщо б його там в 15-16 років він їздив на просмотр в «Шахтер», то мені кажеться, якщо б він попав в «Шахтер», наверное, не був би він в першій команді. А так він був в Запорожжі, йому довірили в 17 років, 18 в вищій лізі грати, він грав постійно це. Його купив «Шахтер», і зараз він вже 10 років грає в «Шахтері». Тому, мені кажеться, цей путь більш простий, щоб попасти. Тому що, коли ти десь вже поіграв в команді вищої лізі, тебе чуть по-другому сприймають. Коли ти приходиш зі второї команди, ну, треба, мабуть, дуже сильно виділятися або бути сильніше тих же бразильців. Ну, це тяжело. Для багатьох дуже складний перехід з дитячо-юнацького до дорослого футболу. От кілька сезонів ви провели у третій, другій командах «Шахтаря», потім поїхали до Азербайджану. Розкажіть, як відбувався у вас цей перехід з дитячо-юнацького до дорослого футболу? Тяжело. Ну, отець завжди мені допомагав, підтримував. Тяжело, тому що я ще фізично був слабенький. Так, в принципі, я окреп там, от вже, коли, мабуть, в Орску прийшов, може, там 21-22 роки. Хтось в 16-17 років вже фізично сильний, тому, мабуть, йому може чуть легше. А переход, і був період, я до Азербайджану півгода на області грав. 21 год мне было, такое тоже, как можно было сломаться, но, слава Богу, не знаю, вера в себя, поддержка отца, родителей и любовь к футболу помогла мне пройти этот период. Я как-то всегда верил, что все будет хорошо, много работал, тренировался, играл вот на область, славянскую команду. Потом поехал к другу в Азербайджан, позвал меня тоже, там пытался ехать в Европу, не получилось, то что... Много там всяких нюансов, долго рассказывать. И вот после Азербайджана полгода там поиграл, в принципе, перешел во взрослый футбол, высшая лига, мужики, можно так сказать, уже и окреп, наверное, почувствовал уверенность. И зимой играли, просто приехал домой, как обычно, играл там с друзьями в футбол, там, зимнее первенство Донецка. И на этой игре был селекционер Ворсклы Ашкадери, царство небесное, Папин тоже друг, они играли вместе, он меня увидел, понравилось. Он знал меня, как бы тоже всегда отличало меня, в принципе, там, интеллект футбольный, техника, но был слабый физически. Он посмотрел, говорит, окреп парень, и порекомендовал Носову в Орску. И вот так вот я поехал на просмотр, и слава Богу, я выбрал в Орску, а не Азербайджан, где мне предлагали ну, хорошие деньги на то, по тем временам. Но я понимал, что Азербайджан – это Азербайджан, надо себя зарекомендовать. Саме у Полтавській Ворсклі, ймовірно, ви відчули, що дійсно стали хорошим гравцем, так чи ні? В принципе, да, конечно, когда ты начинаешь играть в высшей лиге, ты как бы самооценка поднимается, и плюс мне доверяли, я играл постоянно, играл, и с каждым годом вот, я чувствовал, даже, наверное, каждые полгода я чувствовал, что я становлюсь сильнее, опытнее, и уверенность приходит. Ну и спасибо Носову, что доверил мне, и отец мой играл у Носова, поэтому... Потім пройшло кілька років, ви дебютували у складі національної збірної України. У 2008 році загалом провели 10 матчів, забили один м'яч. Які спогади про головну команду країни? Найкраще – це, мабуть, мечта любого футболіста. Це, мабуть, вершина футболіста, для футболіста своєї рідної країни попасти в збірну. Коли я узнав, що там я в кандидатах, ну, щастя не було предела. Ну, переживал, вызовут, не вызовут, потом в итоге вызвали меня, и такой дебют у меня великолепный. Некоторые там, наоборот, говорят, боятся что-то сильных соперников, может, с кем-то слабым, а я, наоборот, был счастлив. Мы играли с голландцами на выезде на отличном стадионе в Роттердаме, The Cube, и потом со шведами. С голландцами я вышел там на 15 минут, ну, просто от того факта, что я вышел за национальную сборную, ну, просто радости не было предела, и тем более так неплохо вышел. А в следующий рут там уехали легионеры, наши звезды, и таким, можно сказать, более таким составом слабеньким со Швеции. А шведы и голландцы готовились как раз к чемпионату Европы 2008. То есть все было там с настроем, и мы шведов обороли 1-0, я отыграл всю игру. Ну, очень сильная моя игра, может, даже одна из лучших в карьере. Ну и после этого
такой интерес серьезный появился и у «Шахтера», и у «Динамо», и там, и того же «Днепра», кстати, тогда было, но я уже дал слово Суркису, что... А единый мяч за сборную забили полякам? Да, полякам. По-моему, это в третьем матче, тоже товарищеский матч во Львове. Отличная атмосфера, как всегда, во Львове. И 1-0 сборную. Да, 1-0 выиграли, еще и забил. Ну, эмоции тогда просто, ну, не знаю, наверное, более счастливым быть нельзя. На тот момент это было так, за сборную сыграл, забил. Ну, это на всю жизнь. Як можете охарактеризувати період виступів за «Київське Динамо», в якому провели 2009 рік? З одного боку, ви стали чемпіоном України та виграли Суперкубок, з іншого провели лише 12 матчів, в яких забили 2 м'ячі. Согласен, період не дуже хороший в плані ігрової практики, в плані моєго психологічного стану, тому що я люблю футбол, люблю грати. Коли я не граю, я розстроєний. Настроение плохое, поэтому начиналось вроде неплохо, потом смена тренера, конкуренция, доверие, хотелось мне больше. Но опять же, я никого не виню, хотя и делал, в принципе, все возможное. Может, на тот момент не был готов, может, был слабее, скорее всего, потому что тренер себе не враг, наверное. Поэтому контракт у меня еще был длительный, но опять же, я хотел играть, хотел, ну, моё состояние психическое было плохое, и хотя мне такие люди с футбола, которые уже повидали, советовали никуда не дергаться, «Динамо Киев», контракт длинный, это все подожди, посиди, не знаю, но я для себя решил, что... Главное, ну, граты. Да, граты, и хотелось уйти, честно, потому что, ну, когда вот ты чувствуешь, что ты, можно сказать, не нужен, ну, это такое не очень приятное ощущение, и... Более просто хотел играть и быть нужным, и быть важным игроком в команде. И очень приятно и очень рад, что Днепр заинтересовался, Бессонов. И... З грудня 2009 року до літа 2017 ви були гравцем Дніпра з перервою на один сезон 15-16, коли знаходилися в оренді у Волині. Що для вас означає Дніпро? Это, наверное, не наверное, это точно моя главная команда в карьере, в жизни, потому что тут и больше всего времени провел, и, в принципе, наверное, лучший период карьеры, и, наверное, стал намного сильнее футболистом, чем был, хотя многие там говорят, вот в Орске играл ярче, то, ну, я себя оцениваю не по там голам или еще почему-то, там в Орске я играл более... Ну, атакующего полузащитника, не то давление было там, больше доверия, больше. А тут, когда конкуренция большая в Днепре, задачи большие, я считаю, что я, особенно при Рамосе, даже не особенно, наверное, при Рамосе в большей степени, ну, очень сильно прибавил как футболист и стал сильнее. Поэтому Днепр для меня это... Ну, найбільшу кількість матчів у професійній кар'єрі гравця ви провели саме за Дніпро, 117. А який сезон запам'ятався найбільше за все? Та не знаю, ну, от, звісно, коли до фіналу Ліги Європи дійшли, вторі півгоди я не грав, перші півгоди я грав, і всі матчі в групі зіграв, вторі півгоди у мене там травма колена, з Маркевичем там чуть-чуть не... Не все гладко было, но это тоже запомнился Лига Европы, все-таки матчи в группе с Интером, с Сент-Этьеном. Ну, 100% тот сезон, когда заняли второе место, я считаю, для Днепра это успехи, и нам, можно сказать, не дали выиграть, но это уже много об этом сказано, ну, так оно и есть. Я думаю, что мы в том году были сильнее всех, даже «Шахтера». Рамос построил очень сильную команду, где... Была и большая конкуренция, и коллектив. Но коллектив, в принципе, Днепр всегда славился. До сих пор общаемся со всеми, там поразъезжались по все по миру, кто куда, общаемся, дружим. Поэтому каждый год можно что-то вспомнить. Ну, я рад, что оказался в Днепре и играл в этом великом клубе. Як сприймаєте ситуацію болючу для вболівальників з приводу припинення існування футбольного клубу Дніпро? Ну как, очень плохо, но. Что мы можем сделать, если так? Это надо спрашивать у одного человека, все знают его имя, почему так произошло. Он владелец, он так решил,
У него на это есть причины, он вкладывает деньги, поэтому, конечно, это больно, это очень больно, но это когда два года назад, это уже было понятно, к чему все идет, и поэтому обидная такая история, такой клуб, но при этом это можно говорить многое, что ничего мы на это повлиять не можем. Сейчас вот такая ситуация. І про нову історію. Спортивний клуб «Дніпро-1» команда вибрала друге місце у другій лізі спочатку, потім суттєвим відривом святкувала перемогу у першому дивізіоні. У чому секрет успіху, на вашу думку? За два сезони пройти такий шлях і при цьому демонструвати дуже таку цікаву гру. Таку гру навіть не всі клуби прем'єр-ліги. Согласен, теж мені це приємно, в принципі, тому я, мабуть, і залишився в Дніпрі. Большая заслуга в этом тренерского штаба во главе с Михайленко, потому что он ставит хороший футбол, хороший тренер. Действительно, рисунок. Мы не просто выполнили задачу, а переиграли всех. Это тоже приятно. И в этот футбол приятно играть. В принципе, чего тут скрывать у нас и по составу. У нас хороший состав был, мы были явные фавориты во второй лиге, и в принципе и в первой, и может не такие явные фавориты, но фавориты. Поэтому мы обязаны были это доказывать на поле. И я считаю, что благодаря и колоссальной работе это все. Надо много работать, играя в такой футбол. Поэтому прогрессировать, у нас и много молодых, поэтому это не так все просто. Но я рад, что мы выполнили задачу, поэтому показываю хороший футбол. Я думаю, ни у кого сомнений не вызвала наша победа во второй лиге и в первой лиге. Поэтому в первой лиге, во второй лиге там чуть подмазался. Смазали концовку с агробизнесом. Но, в принципе, золотой матч, придумали его, но так свою группу мы выиграли с большим отрывом. Поэтому вот. Так можно сказать, вот вторую и первую лигу мы были явными фаворитами по игре и по результату, поэтому, наверное, почувствовали себя, как Шахтер себя чувствует в Украине там, или Манчестер Сити в Англии. Когда команды закрываются, это тоже новый опыт. Интересно было. Вам комфортно зараз почувається в СК Дніпро-1? Яка атмосфера панує всередині клубу, команди? Очень комфортно. Я же говорю, что тренерский штаб остался из Дніпра. Много футболистов осталось, руководство, все отлично. Я себя чувствую так же, как и в том старом Днепре. Гравці спілкуються з почесним президентом клубу. Да, он интересуется делами команды, постоянно с нами поддерживает, поэтому связь есть. Які цілі і задачі спортивного клубу «Дніпро-1» у дебютному сезоні в українській прем'єр-лізі? Чтобы громко не фразами не бросаться, как там начали сразу говорить, там третье место Еврокубки, не знаю. Нет, это, я думаю, даже нереально, реально все. Но я думаю, что наша основная задача – это не вылететь, грубо говоря. То, что, в принципе, даже если мы займем третье место, четвертое, мы не имеем права играть в Еврокубках пока, потому что команде еще нету 3 лет. Поэтому объективно, смотря на наш состав, то, что мы дебютанты, у нас очень много молодых, у нас очень мало футболистов с опытом премьер-лиги. Я думаю, что, может, 5-7 человек, которые вообще играли в премьер-лиге, это мало. И, конечно, будем максимальные задачи ставить, но объективно, я думаю, что если мы пойдем в шестерку, это будет очень большой успех для нас. Конечно, мы будем к этому стремиться, но, мне кажется, будет нам тяжело. Дебютный сезон, много молодежи, и будет тяжело, но, надеюсь, мы справимся. Як довго плануєте грати на професійному рівні? Ще не думали, чим будете займатися по завершенню кар'єри гравця? Как долго? Желание, мотивации у меня очень много. Готов играть еще очень много, но в жизни, в футболе, особенно в футболе, здоровье самое главное, как вот Бог даст здоровье, так столько и буду играть, сколько смогу играть, приносить пользу команде, пока буду нужен. Думаю, что не сильно долго, потому что возраст уже такой 36 лет, и, конечно,
тяжело. Я слежу за собой и много работаю над своими проблемными местами. Но надеюсь еще поиграть, не хочу загадывать, как Бог даст, так и буду. А после карьеры, ну, надеюсь, что буду в футболе, потому что без футбола я не представляю себя. Но опять же, загадывать там тренер, еще кто-то. Конечно, хочется, ну, мне ближе всего тренерство, но у нас я уже получил диплом А и Б. И смотрю, сколько у нас футболистов заканчивает, получает дипломы, но очень большинство без работы, потому что у нас профессиональных команд, сколько там, грубо говоря, 50 команд, а каждый год выпускается по 50 тренеров. Поэтому это все сложно. Ну, надеюсь, что буду тренером. До речі, ваш батько був якийсь час дитячо-юнацьким тренером, а зараз він працює тренером? Ні, він не тренер, він селекціонер футбольного клубу «Шахтер», дитячий селекціонер вже багато років. Тому дивить таланти, їздить по Україні. До речі, бути селекціонером теж така, теж важлива професія, ну, така спеціальність. Звісно, звісно. Ні, я дуже хотів би залишитися в футболі, ну, із всіх ролей, которые есть в футболе, наверное, но мне ближе всего тренерство, потому что мне нравится анализировать, смотреть футбол. Поэтому, ну, опять же, сказать, что вот я буду тренером, не факт, потому что это очень сложно. И одно дело, ты футболист, отвечаешь за свою игру, грубо говоря, тебе надо хорошо сыграть на своем месте и все, а тренер отвечает за всю команду. И поэтому это сложно, это плюс надо, чтобы тебе доверил кто-то, команду. И поэтому посмотрим. Не хочу загадывать, хочу пока поиграть. Все мысли об игре, футбол, а потом посмотрим. На вашу думку, какие главные проблемы в украинском футболе? Чи є взагалі проблемы? Проблем много. Сейчас проблемы не только украинского футбола. Эти конторы, ставки. От этого надо очищать и наш футбол, и европейский. Но это практика не только в футболе, это во всех видах спорта. Это на самые легкие деньги, эти ставки. А если конкретно по нашему футболу, конечно, надо улучшать инфраструктуру, строить поля, площадки, не знаю, для детей, чтобы были условия тренироваться. Плюс тренеры надо, чтобы учить правильно. Уже все-таки мы не в Советском Союзе, надо... Можно учиться, можно это и правильно тренировать, и чтобы больше на технику, потому что мы в этом плане отстаем. Сейчас я вижу очень большие сдвиги, особенно в ведущих академиях уже. Посмотрите, сколько выходит футболистов хороших, обученных. И... Ну, плюс ясно, как не только в футболе, коррупция наша знаменитая, и хочется чистоты в футболе, в жизни, потому что без этого вот это судейство, это надоело, не знаю, кому это надо, все стремятся куда-то, Лига чемпионов, это, но мы забываем, что есть не только, грубо говоря, Шахтер, Динамо, есть остальные клубы, которые тоже хотят играть честно, и это, поэтому я думаю, что все эти проблемы все знают, и судейство, и это. Хотя я считаю, что вот если брать там раньше, 10 лет назад, 15, не знаю, судейство стало намного лучше, чище, потому что все эти, мне кажется, это и влияет, эти социальные сети, и камеры везде, на каждом шоу. Все-таки уже нету такого, всяких убийств или беспредела. Сразу резонанс в интернете, на телевидении, поэтому уже не так все явно, но мы, футболисты, чувствуем, когда что-то не то. Кто-то хотелось бы, чтобы был чистый футбол. Ну, основное, мне кажется, детский футбол надо... Инфраструктуру, поля, манежи. Что вот у нас в Украине сколько? 3 манежа всего на всю Украину, на такую большую страну. Зимой мы теряем время просто. А в Исландии там 300 тысяч населения, по-моему, 20 манежей. И они с таким населением выходят на чемпионат мира и Европы. И, потому что все идет от детского футбола. Если у нас будет больший выбор конкуренции, то будет и больше футболистов, и качественных футболистов. І все ж таки, незважаючи на те, що не все так гарно в плані інфраструктури та іншого, про що ви
тільки що розповіли. Молодіжна збірна U20 стала чемпіоном світу, а це вообще, ну, взагалі супер досягнення. А національна збірна теж зараз демонструє і гарну гру, і результат. Дивилися матчі, останні матчі національної збірної і чемпіонат світу U20? Так, ну от правильно, ніхто не очікував, что сборная наша вот с таким положением вещей в нашем футболе станет чемпионом мира. Значит, это говорит о том, что у нас очень талантливая молодежь, футболисты. Ну, это, наверное, исключение из правил. А вот хотелось бы, чтобы мы каждый раз выходили на чемпионат Европы, мира, и молодежный, и взрослый. И я очень рад, что вот Шевченко поменял наш менталитет, можно так сказать. Что я сразу, когда он пришел, сразу он начал играть чуть другой футбол, более, можно как сказать, европейский, современный, как я считаю, как надо, как должны все команды играть. И я же помню, сколько было недовольных. Мы так не можем, мы так не умеем. Нам надо бить мяч, бороться, обороняться, контратаки, Лобановский. Но это уже много лет назад было, надо менять. И я рад, что за счет своего авторитета он не побоялся, Шевченко и поменял. Сейчас после игры там, Сербии, другие игры, уже оказывается, мы можем играть в футбол. И у нас есть футболисты для такого футбола. Поэтому очень рад и надеюсь, что так будет продолжаться. Хорошо, что Шевченко такой авторитет в нашем футболе поменял это. И поэтому надеюсь, что, я же говорю, что изменения есть к лучшему. Я думаю, что чем больше будет таких тренеров, как Шевченко, как тот же Михайленко, более современных, которые учат играть, особенно молодежь, правильно играть, не бояться играть хороший футбол, тим швидше ми чаще будемо виходити на чемпіонаті міра і Європи. До речі, на вашу думку, футбол і спорт взагалі міг би стати однією з національних ідей України? Розвиток спорту? Так, так і повинно бути. Я не знаю. Мені кажеться, що спорт, футбол – це лицо країни. Тому однозначно це повинна бути і державна програма розвитку. Не тільки, ну, футбол. Мені ближче футбол, я говорю за футбол. Всі види спорту. Вот смотришь там какие-то передачи, ролики, какое положение вещей еще в футболе хоть как-то, а там гимнастики или еще где-то там вообще ужас и кошмар. Поэтому, конечно, надо развивать, вкладывать деньги и как-то, я же, государственная программа должна быть. Это, не знаю, спорт это, я считаю, что это лицо страны. Дякуємо, що завітали на нашу програму. Ваші побажання всім прихильникам футболу нашого міста, області, України. Бажання болеть за Дніпр, приходити на футбол, підтримувати нас. Будьте здорові, щасливі і любіть футбол. Ваші поради юним футболістам? Любіть футбол, багато працювати, вірити, сподіватися, ставити цілі, мечтати і добиватися їх. Дякую за щирі відповіді. Наша програма завершується традиційним побажанням займатися спортом і бувайте здорові. До побачення!